Управление строительства ЖКХ и градостроительной деятельности администрации Нарьян-Мара объявило электронный аукцион на выполнение подрядных работ по устройству дорожных покрытий и тротуаров. Речь идет, в частности, о покрытии и тротуарах в районе Дворца спорта «Норд», морского порта на участке дороги между зданием прокуратуры Ненецкого округа и домом номер 38 по улице Ленина. Начальная цена контракта – 33 миллиона рублей. Подрядчику предстоит также обустроить дорожное покрытие на улицах Зеленой и Строителей в районе стадиона «Труд», восстановить щебеночное покрытие от улицы Ленина до улицы Студенческой, привести в порядок тротуары на Полярной в районе ресторана «Север» и детского сада «Семицветик», по улице Ленина от здания торгового центра «Элит-Сити» до улицы 60 лет СССР. Работы должны быть осуществлены в течение 30 дней с даты заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июля, а сам аукцион пройдет 28 июля.